Всем привет! Вы смотрите «Универ Ньюс» в студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Ушел из жизни Жорес Алферов, отец современной электроники. Аутизм говорит, наука действует, практика совершенствуется. Начало масленичной недели. В возрасте 88 лет умер физик, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов. Казанский университет скорбит вместе с коллегами, друзьями и семьей выдающегося российского ученого. 2 марта в Санкт-Петербурге скончался выдающийся российский физик, лауреат Нобелевской премии, академик Российской академии наук Жорес Алферов. Ученый – один из четырех россиян, получивших Нобелевскую премию с 1991 года, которая была присуждена за его работы по созданию полупроводниковых гетероструктур. На их основе были созданы полупроводниковые лазеры. Они применяются в огромном количестве технических решений, которые обеспечивают существование нашего мира. Несмотря на свою занятость, Жорес Алферов неоднократно проводил встречи со студентами и работниками Казанского федерального университета. Его лекции пробуждали интерес к научным исследованиям и запоминались участникам на всю жизнь. Жорес Алферов был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, проживавшим в России в настоящее время. Ректор КФУ Ильшат Гафуров, сотрудники и студенты Казанского университета выражают соболезнования семье и близким выдающегося российского ученого. Его уход из жизни – невосполнимая потеря для всей мировой научной мысли. Валерия Муратова, Универньюс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось 4-е совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата. Эксперты обобщили данные по глобальным изменениям климата на Земле, вызванные действиями человека. Подробности узнаете в нашем сюжете. 4 марта в стенах Казанского федерального университета состоялась пресс-конференция межправительственной группы экспертов по изменению климата, где обсуждался доклад на тему «Океан и криосфера в меняющемся климате». В экспертной группе принимало участие 137 ведущих зарубежных авторов из 53 стран мира. Thousands of scientists from all over the world to study the published research on climate change. We employ rigorous analysis and review to deliver objective and comprehensive assessments on climate change. Так как проблема изменения глобального климата играет важную роль в окружающей среде, возникло предложение назначить специальную международную научную организацию, которая предоставляла бы политикам информацию об изменениях климата. Такое точное исследование можно получить только в ходе анализа научных публикаций. Эта работа должна быть обеспечена межправительственным характером формирования групп экспертов и базированием всей процедуры работ на принципах Организации Объединенных Наций. Задачами межправительственной группы экспертов по изменению климата является подготовка международно скоординированных научных оценок величины, времени наступления и потенциальных экологических последствий изменения климата, а также реалистичных ответных стратегий. Алсу Саттарова, Универньюс. В КФУ психологи и педагоги университета обсудили с представителями дошкольных учреждений работу с детьми с аутизмом. Подробности в следующем сюжете. В Институте психологии образования Казанского федерального университета прошел информационно-методический семинар «Партнерство вуза и образовательных организаций в сопровождении дошкольников с расстройством аутистического спектра». Семинар организован в рамках федеральной инновационной площадки. Разработка и реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройством аутистического спектра. В КФУ большое внимание уделяется развитию детей с ограничениями. Во многом это связано с планом университета по созданию детского сада. Уже сейчас важно разрабатывать соответствующие образовательные программы, которые позволят данным детям заканчивать детские сады, поступать в обычные нормальные школы, инклюзивные школы, для того, чтобы они могли продолжать свое образование, обучение в среде нормальных, нормотипических детей. Таким образом, проще проходит их социализация, адаптация к обычным нормальным образовательным программам. На семинаре сотрудники университета вместе с представителями дошкольных организаций обсудили возможные варианты работы с детьми, имеющими расстройства. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. 2019 год объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов Менделеева. В этом году 2 марта ей исполнилось 150 лет. А теперь от химии перейдем к IT-технологиям. Так, в лицее имени Лобачевского с учащимися 8 классов встретился министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, где он нашел заинтересованных собеседников. Об их встрече наш следующий сюжет.
2 марта в рамках федерального проекта «Урок цифры» в лице имени Лобачевского КФУ прошла встреча учащихся 8 классов с министром информатизации и связи Татарстана Романом Шайхутдиновым по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». По его мнению, как бы ни был развит цифровой мир, искусственный интеллект призван облегчить процесс жизнеобеспечения человека, чтобы у него было время для занятий творчеством. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». В ходе беседы ребята задавали вопросы, касающиеся различных сфер деятельности человека. Их интересовали востребованные в процессе развития цифрового мира профессии и профессии, которые постепенно уйдут. Кроме того, ребята интересовались вопросами безопасности в сетевом пространстве и достижениями российских программистов. Находясь в стенах лицея имени Лобачевского, министр отметил, что профессия преподавателя является одной из самых востребованных и останется таковой. Преподаватель – это человек, передающий знания и опыт. Валерия Муратова, Универньюз. Праздничные гуляния, знаменующие приход долгожданной весны, уже начались. О том, как масленичную неделю начал Казанский федеральный университет, наш следующий сюжет. Масленица – древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы. Целую неделю проходят массовые гуляния с катанием на лошадях, веселыми конкурсами, спортивными соревнованиями и активными зимними играми. Традиционный праздник отмечают и сотрудники Казанского университета. На территории астрономической обсерватории имени Энгельгарта КФУ собрались все желающие, которых с каждым годом становится все больше и больше. Сегодня у нас еще присоединились к нам сотрудники медсанчасти университетской клиники, так что сегодня огромное у нас в течение народа. В этот раз у нас отличие существенное. К нам присоединился медицинское подразделение. Они приехали, сейчас в конкурсе блинов будут принимать участие. Вообще, то есть произошло такое объединение, сказать, подразделений, потому что, в принципе, у них профсоюз свой. Ну, надеемся, что после этого хотя бы какие-то совместные проекты будут. В основе возникновения слова «масленица» лежит русский обычай выпекания блинов. Согласно этой традиции, здесь же прошли и кулинарные конкурсы. Любители полакомиться блинами могли приготовить их самостоятельно прямо на улице. Даже если, может быть, она не очень легкая пища, но тем не менее, это удовольствие, которое может себе позволить эту короткую неделю, значит, человек для того, чтобы достойно, наверное, так войти в дальнейший весенний период. И, в общем-то, там уже подумать о более физиологичной пище. Завершилась программа сжиганием соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На прошедших выходных иностранные студенты и студенты Института международных отношений Казанского федерального университета получили возможность заняться зимними видами спорта. Для них был организован очередной пояс здоровья. О тех, кто воспользовался этой возможностью, наш следующий сюжет. В минувшую субботу, 2 марта, в Зеленодольском спортивном комплексе «Маяк» иностранные студенты и студенты Института международных отношений КФУ прокатились на лыжах и ватрушках. Лыжня очень комфортная, я проходил не очень удачно, пару раз падал, но все равно это очень весело. Я обожаю кататься на лыжах, и мне понравились горки, они довольно высокие. Большая часть студентов предпочла прокатиться на лыжах, но кто-то выбрал катание на тюбинге или даже на снегоходе. Перекос внимания в сторону лыж оказался не случайным. В программе сегодня лыжи, тюбинги и снегоход, и также сегодня в Красноярске произойдет открытие 29-й Всемирной зимней универсиады. В этой универсиаде в составе сборной России примут 5 студентов Казанского федерального университета. И в честь этого мы провели небольшой лыжный кросс. Наши студенты проехали 2019 метров. После того, как в 2013 году Казань приняла летнюю универсиаду, настала пора и зимней, и это право досталось Красноярску. Со 2 по 12 марта спортсмены из 56 стран мира разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Отдельно стоит отметить, что в составе сборной России есть и студентки Казанского федерального университета. Это две студентки Института филологии и межкультурных коммуникаций, Института социальных философских наук и массовых коммуникаций. И главное, я думаю, это особо приятно будет услышать студентам Института международных отношений, что и их однокурсница принимает участие в этой универсиаде в составе сборной России по синхронному катанию на коньках. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. До встречи!